Здравствуйте, Алик из Саратова. С братом Рафиком по-прежнему торгуем овощи, фрукты на рынке. Хорошо пошло, вот это персики, шмерсики, все вот, вот идет неплохо, нормально, вот. Но знания я вам передаю бесплатно, не за деньги. Еще у меня жена Итери, мандариночка моя, вопросы мне задает, чтобы тоже все знать. Что ты меня спросил последний раз? Алик, Алик, что там это Лукашенко армия набитил, а они его яйцами отомстили, что ли, войме? Все, не шуми, ну, люди не то подумают, яйца, Лукашенко. Вот, хотя, да, действительно, вот это президент Беларуси, это картофельный генералиссимус наш, он давал интервью этому Попову Скобееву, я не знаю, насколько они давали интервью, они его растягивают на целую неделю, каждый раз новый эпизод какой-то. Вот, и там в очередной части он упомянул про армян, типа они хотят выйти из ОТКБ, там все такое прочее, и нелестно о них отозвался, как будто они вот, ну, беспризорные какие-то в этом мире. Армения, ну что за политика? Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению. Ну, вот так вот сказал Лукашенко, он иногда за языком своим совершенно, ну, не следит, он думает, что у тебя там в кабинете министров, там в узком кругу разговаривают. Да, армянчики услышали его речь о себе, вот эти обиделись немножко, пошли в Ереване к посольству Беларуси и прихватили с собой, ну, вот, овощи разные и яйца куриные. Вон из Армении. Вон из Армении! Шакал! Ну вот, как бы вот таким жестом они буквально вот хотят сказать вот этому президенту Беларуси, это примерно вот так вот. Лукашенко, ты почему это армян обижаешь, такие вещи говоришь? Армяне были за 1000 лет, до тебя армяне будут спустя 1000 лет, когда ты исчезнешь. А кому вот ты будешь нужен, Лукашенко, через год, два, три, еще совершенно никому не понятно. Может быть, еще придешь за помощью и просить еще убежище будешь в Ереване. Ну, думаем, что после этого Лукашенко не пойдет вот в Минске к посольству Армении и не будет кидаться капустой и морковкой в это посольство, потому что там он еще немножко на казахов наехал. Сейчас следим за ситуацией. Это в Казахстане. Пойдут ли казахи чем-то кидаться в посольство Беларуси? Много болтаешь, Лукашенко, очень много. Язык длинный, а ты уже не молодой.